Добрый день, позиция целевая грелка стелька, имеет вот такой внешний вид, в комплекте идет с инструкцией. Вещь для тех, кто любит зимние развлечения на открытом воздухе или работает зимой на улице. В медицине грелка применяется для лечения полиартрита, артрита суставов, вывихов, судорог. Более подробную информацию читайте на нашем сайте. Сейчас вы видите сработавшую грелку, то есть грелка, которая уже отработала. Для возвращения ее снова в рабочее состояние, в режим рабочий, необходимо обернуть ее в ткань и прокипятить в течение 10-20 минут.